я милого узнаю, а по походке она носит, носит брюки, а галифе, а шляпу она носит, она панаму, ботиночки она носит на реман, ла-ла-ла. А шляпу она носит, она панаму, ботиночки она носит, она реман. Зачем я вас, мой родненька, узнала? Зачем, зачем я полюбила вас? А раньше я ведь этого не знала. Теперь же я страдаю каждый час. Эх, а раньше я ведь этого не знала. Теперь же я страдаю каждый час. Вот мальчик мой уехал, не вернется. Уехал он, как видно, навсегда. В Москву он больше не вернется. Оставил только карточку свою. В Москву домой он больше не вернется. Оставил только карточку свою. А но я милого узнаю, а по походке он носит, носит брюки, брюки галифе. А шляпа он носит, она панама. Ботиночки она носит, она ремонт. А шляпу она носит, она панаму. Ботиночки она носит, она ремонт. Аккорды какие у нас? Тональность си минор. Аккорд си минор на барре. Да, второй лад. Аккорд фа диез мажор, тоже барре на втором ладу. Ре мажор. Стандартная аппликатура. Ля мажор, тоже стандартная аппликатура. И иногда у нас либо си мажор септовый в такой позиции открытый. Можно, в принципе, на барре, да? Где как удобно. В припеве у нас еще добавляется аккорд ми. Первый, значит, куплет у нас начинается на... Просто целый, да? Проводим вот так вот. Каждый аккорд проводим. А я милого узнаю, а по походке он носит, носит брюки галифе. И уже когда припев мы начинаем петь, мы играем уже боем, да? Бой такого вида, то есть бас вниз, бас вниз. Как бы шаблон такой, да? Если у нас аккорд указан без подчеркивания, то мы играем 4 баса, ну, либо там 2 раза, да, обыгрываем аккорд. Раз, два. Если у нас подчеркнутый аккорд, значит, мы играем его 2 баса, да, то есть... Анариман, да-да-да. То есть вот 2 подчеркнутых аккорда. Мы один раз сыграли си минор, то есть бас, раз бас, 2 бас. И следующий аккорд, раз, два, бас и 2 бас. Таким образом. Какой бой иногда еще проскакивает у меня? То есть иногда идет возврат вверх, да? Бас, вниз, вверх, бас, вниз, вверх. Вот так, да? Теперь, значит, басы какие? На аккорде си минор бас у нас первый. Это 5-я струна, да? 2-й, 6-я струна. На аккорде фа диез басы 6-й сначала, потом 5-й. На аккорде ре мажор у нас басы 4-й, 5-й. На аккорде ля мажор 5-й, 4-й. На аккорде ми минор басы, понятно, 6-й, 5-й. Вот, ну и на си мажор септум то же самое. У нас 5-й бас и 6-й.
Вот, кажется, все. Концовка. Ботиночки он носит на реман. Три аккорда у нас, да, то есть си минор, фа, диез мажор и си минор опять. Мы просто по ним бьем вниз. Раз, два, три. Закончили. Если что-то упустил, пишите вопросы.